Добрый день, меня зовут Морозов Вячеслав, мне 30 лет, мой рост 180, одежда 48-50, обувь 43, профессиональный актер. Записываю прямо сейчас максимально свежую визитку, то, как я выгляжу на данный момент. Профили, пожалуйста, руки. Я учился во ВГИКе, я играю в футбол, я могу водить автомобиль, верхом могу, умею ездить. Есть опыт съемок в кино, в сериалах, в рекламах. Сейчас выйдет фильм «Один из молчаливых мужчин» с моим участием и еще один фильм, у которого нет названия, но пока временно, это называется «Мне нужен только он», и это моя будет первая дебютная главная роль у режиссера Владимира Зинкевича. В Минске мы снимали. Вот, спасибо большое.